Да. У нас просто очень близкая идея к человеку, почти одинаковая. Отлично, вы после того, как вы ее представите, вы найдете друг друга и сольетесь в командном экстазе. Так, следующий — Артур Терегулов. Отлично, Артур, выходим. Здравствуйте, меня зовут Артур, я программист, фулстек-разработчик, там вот, у меня идея хранить в блокчейне истину. Спасибо, я вот... Аудитория у нас отличается умом сообразительности, поэтому дает возможность для выступающего выступать. Я часто вижу в Википедии войну правок, допустим, да, и вот я думал как-то, чтобы у каждого могла быть своя версия, там можно в блокчейне все версии хранить. Одна вот такая правда насчет этой статьи, другая. Плюс еще в Википедии нельзя хранить какие-то другие, там, не энциклопедические статьи, если там хотите описать, там, как бы промелькнуть вас оттуда выйти. Вот. А я бы хотел какую-то такую энциклопедическую, но не энциклопедическую, а информационную систему, где можно было бы хранить любую информацию. Чем-то это похоже, наверное, на распределенное хранение файлов. Там. Чем-то это похоже на рекомендательную систему, чтобы можно было оценить. Это истина, это не истина. За третьей степени себя, там, если это истина, то следующие вещи, то совмещенные с этой, они тоже как бы более истинными становятся. Сейчас у меня главная такая истина. Кто вам нужен в команду? И кто у вас есть в команде? Я не знаю, кто нужен. Сергей Лосов. Не знаю, может, кто умеет продавать и проекты инвесторам, может. Отлично. У меня с помощью открывателя в моей команде я иногда работаю. Ну, вы за 48 часов что хотите сделать? Что сделать? Отлично, хорошо, тогда вы думаете. Спасибо огромное за это.